всегда говорится, реализация своих моментов, она очень часто была ключом. Желание было, была самоотдача. Сейчас для нас основная установка или там цель сконцентрироваться на чемпионате России. У нас есть довольно хороший отрыв, поэтому этот отрыв нельзя растерять. Понятно, что не лучшее настроение после вылета с Лиги Европы, но я думаю, что нужно быстро это забыть и нужно вернуться быстро в чемпионате, стать чемпионом. Как оцениваете выступление команды в Лиге Европы, четвертьфинал? Это хороший показатель, но я думаю, по потенциалу и по игре, которую мы показывали против Севильи, мы должны были рассчитывать на то, чтобы проходить дальше, вплоть до финала. И ставить, конечно, победу в удачу в этом турнире. Но уже об этом говорить уже в процессе. Конечно, что команда буквально убита горем. Скорее всего, главный тренер тоже пробыл атмосферу в раздевалке. И что-то можно сказать? Ну, понятно, что все расстроены, понимаете. Перевернуть так игру хорошо, при счете 1-0, и перевернуть на 2-1, и полностью владеть, и создавать моменты, и упустить ее в концовке игры, это, конечно, драма, можно так сказать. Поэтому, конечно, все были расстроены. Но и все понимают, и тоже главный тренер сказал, что эта задача на данный момент у нас остается стать чемпионами, поэтому к этой цели нам все равно нужно идти. После такого матча сила мотивации будет хватать команде эмоции, чтобы это в концовку принести чемпионат? Ну, я надеюсь, я вам еще раз сказал, что все понимают, насколько важно для нас сейчас стабильно сыграть в чемпионате и стать чемпионом. Со всех разных сторон это для команды очень хорошее, как бы сказать, окончание сезона, несмотря на то, что в Лиге Европы не удалось. Но чемпионство все от нас давно ждут, и я думаю, что оно такое уже, тем более, что оно дает возможность нам заработать звездочку, которую все они мечтают. Поэтому я еще раз призываю, наверное, сам себя, других футболистов, к тому, чтобы не было ни до концентрации, ни до, надеюсь, восстановления, все хорошо пройдут. И те матчи, которые оставшиеся в чемпионате, проведут максимально собрано, максимально эффективно. Но не будет легко. Сейчас каждый соперник, который у нас есть в чемпионате, каждый хочет собрать очки у «Зенита». Но это нормально.